У жителей поселка Виноградный уникальный мемориальный комплекс «Журавли», словно души тех, кто не пришел с войны. Отсюда и начинается в Виноградном праздничное шествие. С сердечными поздравлениями к собравшимся обратился глава администрации Виноградного округа Александр Кудаев. Поблагодарил ветеранов и тружеников тыла за ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны. 70 лет назад наш народ доказал всему миру, что патриотизм является смыслом жизни и смыслом существования нашей нации, что это для нас главная и отличительная черта, наверное, от всех остальных народов. Митинг объединил все поколения – ветеранов, казачество и молодежь. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили на братские захоронения венки и цветы. Вечером зрители ожидал грандиозный праздничный концерт, где главными гостями были ветераны и труженики тыла. Коллективы радовали всех специально подготовленными новыми постановками. Разнообразные тематические вечера, митинги, концерты и парады прошли и во всех остальных сельских округах.